Сегодня 15 июля 2022 год. Пятница, Йом-Шиши. И я еду на работу. Вчера у нас началась Макабиада. Вернее, правильно сказать, Макабия. Это на иврите. Макабия – это еврейские олимпийские игры, 21-й по счету. Созданы они были как альтернатива олимпийским играм. На этой неделе и на следующей проводятся в Израиле олимпийские, еврейские олимпийские игры. У меня в зале это волейбол. Волейбол мальчики и волейбол девочки. Юниоры до 18 лет. Сейчас все посмотрим.